При въезде в Петропавловск-Камчатский на 11-м километре Елизовского шоссе стоит стела. На двух постаментах два макета кораблей. Эти корабли символизируют собою пакетботы Святой Петр и Святой Павел. Корабли экспедиции Витуса Беринга. Однако это, конечно, не пакетботы. Это каравеллы. Скульптор Юрий Копытовский, автор проекта монумента, не знал разницу между пакетботом и каравеллою. А как известно, у пакетбота две мачты, у каравеллы три мачты. В 70-е годы этот монумент поставили. Не раз краеведы поднимали вопрос об историческом несоответствии, но властям придержащим на историческую точность, как известно, всегда наплевать. Но это было бы еще только полбеды. Потому что, как принято и в большевистском Советском Союзе, и в постсоветской ресурсной федерации, историю нужно фальсифицировать, к истории нужно относиться максимально неточно, потому что люди не должны знать правду. Кстати, привет! Это Камчатка с Александром Петровым и несколько ближайших выпусков моего видеодневничка будут посвящены памятникам столицы Камчатского края. И об этих памятниках мне будет рассказывать историк, краевед, почетный гражданин Петропавловска на Камчатке Ирина Васильевна Витер, кстати, автор книги, которая так и называется «Памятники Петропавловска-Камчатского». В нашем городе стояли уникальнейшие памятники. Недавно ведущая аналитичка агентства стратегической информации, расположенного в городе Москве, внимательно просмотрела мой канал
на Ютубе. Тот самый канал, на котором вы сейчас находитесь. Просмотревши, она гневно критиковала меня и дала мне рекомендацию расширить тематику канала. Она сказала, что тематика достаточно бедна, что я рассказываю об истории Камчатки, показываю Камчатку, говорю о культуре, об искусстве, но не уделяю внимания модным тенденциям Ютуба. И посоветовала мне внимательно, пристально заняться двумя темами, которые привлекут на канал миллиарды новых подписчиков и будут пользоваться всенародной популярностью. Вот эти темы. Я забыл, как они называются, поэтому буду пользоваться подсказкой. Первая тема – это мукбанг. То есть, в духе модных тенденций уютного ютубчика я буду жрать на камеру, при этом говоря что-нибудь и аппетитно чавкая. Вторая тенденция, которую мне очень рекомендуют, это подпускать шептуна. Подпускать шептуна, подпускать шептуна. То есть снимать ролики по теме АСМР, автономной сенсорной меридиональной реакции. Если я буду шептать, то по вам пойдут мурашки. Итак, в ближайшем будущем на моем канале специально для зрителей по рекомендации агентства стратегической информации появятся ролики АСМР и мукбанг. И это наверняка вам понравится. Почему я ударил себя по лбу? Потому что вокруг на закате летают комары. Скучно стало слушать болтовлогию. Давайте полюбуемся столицей Камчатского края. Сейчас я покажу вам Петропавловск в районе 11 километра, то есть на самом въезде в город по Елизовскому шоссе. И снял я это сегодня после обеда с помощью одноглазого летающего фотоаппарата. Итак, смотрите. Хотите сразу? АСМР. Я нюхаю цветочек. Чувствуете мурашки на затылке? Не чувствуете? Значит, почувствуете. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится время от времени смотреть на Камчатку моими глазами и слушать мою болтовню. Ежели не нравится, ставьте дизлайки. Пожалуйста, задавайте в комментариях под роликом, вон там, внизу, вопросы.
Я обязательно на них отвечу. И пишите, что вы думаете, глядячи выпуски моего видеодневничка. Я тоже обязательно отвечу вам. А ежели вы на моем канале впервые, ежели вам не стало скучно и вы сразу не закрыли вкладку так называемого браузера, а хотите вновь и вновь возвращаться сюда, то сейчас в правом нижнем углу экрана появится подсказка, выполнив которую, вы будете получать уведомления о новых выпусках моего видеодневничка. Вот эта подсказка. Делайте то, что она вам советует. Сделали? Кнопочка «Подписаться» из красного стала светло-серой, и в ней появились волшебные два слова. Вы подписаны. Замечательно. Молодцы. Колокольчик вы тоже нажали. Еще раз замечательно. Аплодирую вам. Бурные продолжительные аплодисменты. Все встают. До свидания.